Привет, друзья! Сегодня хочу показать, как принялись мои розы, которые я покупала в оранжерее Веровита. Вот так они выглядят. Пустили новенькие росточки. Так, и еще больные листочки отрываем. Вот. Не бойтесь. Вот. Они туда с пазушек этих пойдут новые веточки. Тоже надо. Сейчас. Там у меня одна есть розочка, которая была больная. Сейчас покажу. Была полностью покрыта мучнистой росой. Я оборвала полностью листики по всему стволику. Вот видите, она уже начала давать новые веточки. Прирост. Вот так выглядит. Не бойтесь, обрывайте. И пойдут здоровые молодые листья. Чистые, красивые. Ну, и с бутонами, наверное. Так, вот здесь у меня зацветает. Красоточка. Ну, листик чистенький, глянцевый. В общем, хорошо прижилась, укоренилась. А, и еще, для нас начинающих это особенно касается розоводов. Может, кто не знает, значит, при посадке привитых роз надо углублять на 5-6 сантиметров вглубь земли. Вот тогда она даст собственные корни. Где-то вот так вот заглубляем землю. И тогда она даст собственные корни. То есть зимой, если даже вымерзнет верх розы, то с земли пойдут новые побеги, базальные побеги. Так что розу вы сохраните. Ну, такой небольшой секретик. Садоводы со стажем это все прекрасно знают, а вот молодые не знают, как правильно посадить. Спрейчики посажены. Я тоже оборвала листики. Вот видите, больные листики оборвала. Вот и уже начнут расти новые. Роза Софина, тоже спреечка. Самая первая зацвела, но уже цветет полторы недели. Я так понимаю, что она сама сбрасывать цветок не будет. Бьется его. Удалять. Ну, посмотрим. Дальше все расскажу по сортам. Ну и скажу, что с такой зимой даже взрослые кусты не выдержали. Обрезала их по три почки, оставляла. Вот. Ну, вот так вот они вышли из зимы. Кстати, моя магуния, видите, тоже болеет. Тоже прихватила ее хорошо морозом. Ну, а таким малышкам тем более. В общем, нужно хорошее углубление. И тогда будет все замечательно. Ну а теперь всем спасибо за внимание. Прекрасного цветущего сада вам. Крепких растюшек. До свидания.